Ежегодно, по традиции, в конце первой четверти учащиеся первого класса посвящаются в юные таланты детской школы искусств имени Виктора Владимировича Ковалева. Наша школа носит имя саратовского композитора, художника, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Виктора Владимировича Ковалева. Мы, учащиеся детской школы искусств имени Виктора Владимировича Ковалева, предлагаем вам совершить увлекательное путешествие в страну искусств. Да, но на чем полетим или поедем? Самолета у нас нет. Дорогие ракеты тоже. А может, на ковре самолете? У меня есть дирижерская палочка. Ну, она же волшебная. Все знают, что дирижерская палочка может управлять целым оркестром. Стоит только ей взмахнуть, как музыканты тут же начинают играть, а мы слышим прекраснейшую музыку. Давайте проверим. Может палочка выполнять желание? Нужно произнести волшебные слова. Например, гиглики-миглики, шаранды-баранды. И загадать желание. Итак, ребята, давайте возьмемся за руки, чтобы никто не потерялся во время путешествия, и произнесем волшебные слова. Гиглики-миглики, шаранды-баранды. Приветствую вас! Здравствуйте, Ваше Величество!
Вы знаете, моя страна музыки – это мир музыкальных звуков, мелодий и песен. Музыка – это удивительное чудо. Это огромная сила, способная принести людям счастье. Музыкальный мир волшебный и сложный, он полон тайн и загадок. Но каждую тайну можно разгадать, если хорошо учиться, изучать нотную грамоту, развивать внимание, память, художественный вкус. Кстати, таким вкусом обладают жители нашей страны. Я очень хочу вас с ними познакомить. Но сначала, ребята, хочу у вас узнать, какая самая первая, самая главная нота? До! Нота до нас в гости ждет, нота песенку поет. В этой песне много до. Добрый доктор, дом, гнездо. А какая следующая нота? Ре! А вот здесь поселилась нота ре, распевает нота ре. Про деревья на горе, про собаку в конуре и про речку в серебре. А следующая нота? Ми! Дружит со взрослыми, дружит с детьми. Милая нота по имени Ми! Какая следующая нота? Нота фа сидит в окошке, к ней бежим мы по дорожке. Знаем мы у ноты фа есть любимые слова. Мы ей скажем по секрету. Фартук, фантик от конфеты. На полу лежит фасоль, здесь дорога к ноте соль. Какая следующая нота? Ля! Распевает нота ля, всех на свете веселя. Про поля и тополя, про мохнатого жмеля. Слышит небо и земля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Какая следующая нота? Мы поднялись еще выше, очутились мы на крыше, но досей встречает нас. Есть всего 7 нот на свете. Назовем мы все вместе. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Молодцы. Я вижу, вы очень хорошо знаете все ноты. Отныне и навсегда они ваши верные друзья и помощники. Большое спасибо, нотка! Музыка – это не только лишь звук. Музыка – это движение. И вылетает, как птица из рук, нот беспокойных кружений.
Итак, ребята,
Если видишь на картине чашку кофе на столе,
пили морс в большом графине, или розу в хрустале, или бронзовую вазу, или грушу, или торт, или все предметы сразу, знай, что это... Натюрморт! Если видишь, что скотины, смотрит кто-нибудь на нас, или принц в плаще старинном, или в робе верхолаз, летчик, или балерина, или Колька твой сосед, обязательно картина называется... Да, какая красота у нас с вами получилась! Как у вас тут здорово, интересно, восхитительно и чудесно! Но нам пора лететь дальше. Ребята, я очень рада, что со всеми вами познакомилась. И уверена, что мы еще увидимся. Обязательно увидимся с вами. Да. До свидания, друзья! До скорого свидания! В моем королевстве живут прекрасные танцующие феи.
весело и знает о танце абсолютно все. А вы, ребята, знаете, что такое танец? Да! Это движение ногами! Прыжки и взмахи руками. Вот и неправильно. Движение это вовсе ногами и взмахи руками, тем более. Танец – это душой исполненный полет. Когда услышишь звуки музыки, тело начинает двигаться с ним так, а на лице появляется улыбка. Thank you.
Но нам пора лететь дальше. Жаль, я думала, вы немножечко задержитесь в нашем королевстве. Ну что ж, надо так надо. Прилетайте к нам еще. Мы будем вас ждать. До свидания. До свидания. А этому можно научиться? И этому тоже можно научиться. Я и мои помощники предлагаем вам испытать на себе искусство перевоплощения. Мои помощники, ко мне! Мы предлагаем вам перевоплотиться в образы сусликов. Но вам необходимо передать не только повадки, но и характер вашего персонажа. Помогать вам в этом будет музыка. А назовем мы нашу композицию «Гостям у суслика». Ding dong, ding dong, ding dong, ding, don't let go.
ring, 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 banana phone. Ding dong, ding dong, ding dong, ding. Banana phone. It's no baloney. It ain't a phony. A cellular banana phone. Теперь я спокойна.
что вы знаете правила культурного поведения в театре. Ведь театр — это место особенное, и вести себя в нем нужно как особенно. А сейчас, ребята, я хочу вас познакомить с самым маленьким жителем нашей страны. У меня сосед скрипач. Да какой еще? Хоть плач. Он недавно приехал к нам. Он тоже мальчик. Толя. Учится в какой-то там музыкальной школе. Я звала его играть в футбол. Но он, конечно, не пошел. Я занят, к сожалению. Готовлюсь к выступлению. Чего и ждать от скрипача? Боится он, небось, мяча. Да хоть бы он умел играть на своей скрипучке. Играл бы, что ли, всякие хорошенькие штучки. А то он пилит целый день одну и ту же дребедень. Идешь еще по лестнице и слышится вдали: тили-пили, тили-пили, тили-пили-пили. А что он там пилит, наш сосед? Спрашиваю маму. Он не пилит, был ответ, а играет гамму. Тут мама стала объяснять, что надо упражняться, чтобы изучить скрипачом, и станешь даже скрипачом. В общем, из-за этих гам за уроки сел я сам. Я ему за эти гаммы как-нибудь еще задам. А на днях билет мне дали на концерт в Колонном зале. Был замечательный концерт, я не скучал нисколько. Вдруг, совсем уже в конце, выходит этот Толька в костюмчике с воротничком, со скрипочкой и со смычком. Я затрясся прямо. Сейчас начнется гамма. Давай скорее уходить, толкаю соседа. А то он как начнет пилить, не кончит до обеда. Тише! Сзади закричали. Я и встать-то не успел. Слышу, тихо стало в зале. Кто-то, слышу, вдруг запел. Неужели это скрипка? Тут какая-то ошибка. Смотрю на сцену. Нет! Ошибки нет! Там стоит со скрипкой Толя! Мой сосед! Играет, не боится, а ведь кругом народ. Скрипка, словно птица, поет, поет, поет. И вдруг она умолкла, а зал загрохотал. Я как крикнул: «Толька, ну что ж ты перестал?» Сосед толкнул меня плечом: «Ты что, знаком со скрипачом?» Я ответил с торжеством: «Да, мы же вместе с ним живем». Домой нам было по пути, он дал мне скрипку понести. Теперь мы точно знаем, что друг актера очень нелегкий, но такой интересный. Но время неумолимо, и нам пора отправляться домой. Ну что ж, ребята, в добрый путь. До свидания, ваши лица! Thank you.
директору детской школы искусств имени Виктора Владимировича Ковалева, заслуженному работнику культуры Ольге Ивановне Гусевой. Добрый вечер, дорогие ребята, уважаемые родители, бабушки, дедушки. Дорогие ребята, сегодня для вас счастливый праздничный день. Сегодня вы посвящаетесь в юные таланты детской школы искусств имени Виктора Владимировича Ковалева. Вы влились в большую дружную семью, в которой насчитывается 660 учащихся. Звание «Юный талант» детской школы искусств имени Ковалева – почетное звание. Здесь учатся лучшие из лучших. Я желаю вам больших трудовых успехов, а труд ваш – это учеба. И пусть ваши дневники украшают только хорошие отметки, и пусть это будут только пятерки. Будьте отзывчивы, вежливы, внимательны друг к другу, любите свою школу, и пусть школа для вас станет волшебным миром искусства. Уважаемые родители, бабушки, дедушки, а вам я хочу пожелать счастья ваших детям и внукам. Пусть они доставляют вам только приятные хлопоты и радуют вас своими творческими успехами.